Теперь они уже бывшие школьники. Праздник с привкусом грусти отмечают все выпускники. Белые банты и фартуки стали символом надежд и ожиданий. Для ребят, которым школьный урок когда-то казался бесконечным, а перемена была такой долгожданной, теперь останутся только воспоминания. Ну, безусловно, немножко грустно от того, что заканчивается школа. Но в преддверии новой жизни очень хочется всего нового, поэтому как-то и радостно тоже. Волнение чувствуется вообще прям на самом деле, как бы волнительно выступать там, и вообще как последний день, как бы сложно как-то из школы прощаться, и вообще как-то с родителями. Чувствуется тревожность и волнение, и такие чувства смешанные. Вступаю во ФСИН. Там, на юридический факультет. Мне очень тяжело расставаться со школой, но в будущем у меня ждет интересная жизнь взрослая, и она, безусловно, уже будет больше там веселых моментов. Не менее волнительным этот день стал для родителей. Позади остались первый звонок и первые шаги в школьную жизнь, годы учебы, дружбы и, конечно, первой любви. Слеза проступает, очень волнительно в этот день. Только недавно, да? Долго к этому шли, да, школа заканчивается. Теперь дальнейшую дорогу пойдет человек молодой. Праздничное настроение, действительно, ну как, будем дальше пробиваться в жизнь. В 63-й школе прошло 37 последних звонков. В этом году во взрослую жизнь шагнут 53 человека. Впереди у них ЕГЭ, учеба в ВУЗе, армия. Кто что выбрал. В основном ребята определились с выбором профессии, но пока говорить об этом не хотят. Сейчас главное сдать единый государственный экзамен. Педагоги открыли перед мальчишками и девчонками целый мир знаний. А теперь выпускают своих учеников в этот мир покорять новые вершины. Но это великолепные, волнительные чувства, чувство радости, чувство гордости за педагогов, которые вот 11 лет вели по тропиночке знаний наших детей. Чувство гордости и радости за наших потрясающих выпускников. Вообще дети замечательные, всех мы их очень любим. Улыбки, мечты, переживания и, конечно, светлое будущее ждет нынешних выпускников. Они будут открывать заново этот удивительный и прекрасный мир. За моей спиной собрались выпускники 63-й школы. Сегодня они сделали первый шаг во взрослую жизнь. Мы вместе с родителями и учителями желаем им в добрый путь. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город».